нужно будет еще купить 3 карточки интернета. Друзья, еще раз всем привет. Как я обещала, опять я с вами. Первый раз за все разы в Шарм-эль-Шейхе я курю охуенный кальян. Почему? Потому что заказал кто? Шеф отеля. Правильно? Мы сейчас находимся на территории на Нубия Вилладж. Курим кальянчик. Это все рядышком находится. Отель «Бомба мечта». Вы знаете, здесь очень классная атмосфера. У меня сегодня первый день. Ощущение, что здесь нахожусь, сказать, уже минут, говорю, блин, дней 10. Что ж будет через 10 дней? Пропишу здесь. Дубай? Нет, я в Шарм-эль-Шейхе. Какой Дубай? Теперь только в этот отель. Ну, пока здесь. Кто его знает? Пока я кайфую. Очень много было хороших отзывов. Пока я согласна. Сколько стоит путевка в этот отель, друзья мои? Позвоните любому туроператору, в каждой стране свои цены, средние цены. Правильно, Мать? И разные даты, разные прилеты, разные даты, разное время. У всех разные цены. Заранее нужно планировать, потому что в этом отеле всегда полная загрузка. Заранее нужно все. А сколько дней? 12. Жалко, девочки не поехали. Но это ж не мои проблемы. Такое ощущение, что не улетала с Египта. Ты там прописалась, хорошее впечатление, Олега, спасибо. Какой отель? Нубиан, Айленд, Вилладж. Завтра вылетаю, интересно, есть путевки, а то занято все. Обращайтесь к своим туроператорам, друзья мои. Светик приезжает послезавтра. Завтра Наташка приезжает. Чувствую, ты останешься на ПМЖ в Шарме. Ага. Завтра пойду за таблетками от аллергии. Ты житель Египта. Рима житель Египта. Сбежал мальчик. Сбежал. Он для всех старается постоянно, да? Ага. Я говорю, 20 минут уже, блядь, кальян вообще, блядь, не пишет, вообще. И пусть жует, вам жалко, что ли? Когда спать? Не знаю. Когда спать? Когда-нибудь, я что, приехала спать сюда еще? Мужчины приятные есть? Я тут на одного положила глаз, мальчика большого. Я не знаю, по-моему, я его видела, короче, сейчас я сидела, пила кальян, и тот, короче, кабасик. Но он был одетый, это он или не он, не помню. Только не беги, от меня, только не молчи, не молчи больше так, тысяча причин. Походу, на тебя запал руководитель отеля.
наверное, 8-го подарит самый красивый букет. Не в букетах счастья, друзья мои, не в букетах. Я на диско собираюсь с подругой. Я думаю, мы тоже выйдем на днях на диско. Мужчины с тату на спине не виделось больше, нет. Сейчас мужчины все одеты в одежду. Хани дома, Хани дома, Хани под контролем все. Хани, возможно, на 8 марта сюда, да? Хани, возможно, на 8 марта. Поговорим, да. Кальян супер! Супер! Спасибо! Первый раз курю классный кальян! Это потому что кухает с Кайром! С кем я сижу? С людьми? Кто такая Илона? Такая Илона. Илона, кто ты такая? Человек. Ой, я спасибо. Бомба, блядь. Я так давно не курила классный кальян, мать, я тебе говорю. Просто бомба. Тут разная музыка, разная. Где твой египтянин? Какой именно? У меня их много. Гарного вечера, дуже дякую. В Турцию наберется много человек. Я не знаю, еще никого не собираю. Я только приехала в Египет. Я 3 недели ебалась своему старшу, вы себе не представляете. Одни, все, большинство людей подвели. Погода супер, очень хорошо. Я каждый день о чем-то задумываюсь. Помните, 3 года назад я говорила, что жизнь не вернусь в Египет. 6-й раз уже сегодня. Что бы мог подумать? Там возле моря ресторан итальянский, очень вкусно. Посмотрим, посмотрим. Я только приехала первый день, друзья мои, дайте мне 5 раз. У меня и джинсы коралловые, и кофточка коралловая. Каждый день.
не добавляю эфир, потому что будет глючить эфир. Сегодня не добавляю. Очень красиво, аппетитно было на видео, когда ты показывала еду. Ой, охеренно. Что-то выпила? Конечно, вот чай пью. Рома выпила кучу. По мне заметно, что я выпила много рома. Отель понравился вам, да, друзья мои? Спрашивайте у своих туроператоров отель Nubian Island или Village. Это два разных помещения, но в принципе одна и та же сеть. Вот я в Island отдыхаю, сейчас я сижу в Village, курю кальян. Завтра приедет Наташа. Послезавтра приедет Света. Отель недорогой считается. Не, я колу не пью, спрайт пью. А кто в ресторане огонь, уже поглядываю на чемодан. Вас вот тут у меня столько бабла, хватит сюда тяжелые деньги. Заметно, что глазки тяненькие. Сейчас он подойдет, что-то вот там видео грузит по Bluetooth и идет. А ты домой уже, да? Да. Хорошо, зайка, давай, все. До завтра. До завтра, зайка. Вот сижу на стенах, я на нахуй, с ума схожу, нет, не спят. Главное, оторвиться полной. Отель забит на 100%. Чуть ли не единственный отель, в котором постоянно на 100% забит отель. А вы где? В Египте я. Дайте я заблокирую этого, блядь, козла, блядь, какую хуйню несу, блядь. Так, у меня батарея садится, блядь, опять. Что ж такое? Друзья мои, я с собой не взяла пауэрбанк. Спать хочешь? Пока нет. Я уже двое суток не спала, пока нет. Привет. Привет, всем доброй ночи. Давай там. Давай там. Он и сказал. Он сказал. Все. Мужик сказал, баба сделала. А, друзья мои, извините. Может, я пойду уже домой пешам? Здравствуйте, здравствуйте. Рима, очень приятно. Сейчас я выключу, а то...